Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Нубию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к нему. Ссылка на первую серию появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество», ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. 6,3 вход. Тоже не слабо. Кстати. Так. В керму пока. Сейчас. Так, военную традицию отменяем. Поехали трудовую повинность открывать. Здесь ставим... Жалко, конечно. 4 очка эпохи. Но... Нету смысла откладывать. Да, у него 6 веры. Жалко, пантеон не могу посмотреть, какой он. Там обряды плодородия, да, не надо брать? Или чё? Пантеончики. Ну ты скажи, кто за кого ты играешь, мы тебе скажем. Да нет, я про баг. Может перемещаться после атаки, давайте возьму. Так, надо ворошение, да. Кстати, а у меня рядом со столицей... Между прочим, вот сейчас у меня гипс уже обрабатывается, потому что один город на нем стоит. Так. Считается, что у меня гипс есть? Да. Керма не растет, потому что еды нету практически. Вот эту клетку надо купить ей. Угу. Так, дальше эту покупаем и ставим здесь священное место. Ну, давайте... Шахту построю. Ух ты. Сюда встанем. Почему вулкан работает на одну клетку от себя? На животные 4 стоим. Не отображает, но если кто-то будет на втором радиусе что-то стоять, он его сломает. Ребят, у меня на втором радиусе город стоит. Ну... Назови его Помпея. Да, или Геркуланум. Так, давайте подумаем по поводу... Да не, давайте прачников достроим уже. Назвал. Ну все, спасибо за игру, можешь уходить, в принципе. Ты сделал все, что мог. Мы тебя не забудем. Когда-то наши археологи раскопают руины твоего города из-под вулканической пыли. А разве вулкан может прямо уничтожить город здесь? Ну, прямо уничтожить нет, просто до нуля жизни может. Не сильно. Так. Как нам тут... поступить, чтобы было не совсем мучительно больно. Ученичество уже ускорил. Так, это значит удаляем. Это удаляем. Блин, ну тут прачника могут убить на самом деле. Давайте я лучше вот так тогда сделаю. Так. И так.
Ну тут же река, как он сюда может, да. Не может. Так, ну Мау решил где-то здесь, что ли, вообще внизу. Керму я хорошо поставил, мне нравится. Блин, ладно, отложу на один ход производства. Пока не понимаю, что там строить. Лучик, это где относительно меня? Просто чтобы я в том направлении города не выстраивал. Ты, пожалуй, не сможешь. Если... Сейчас я посмотрю. Нет, пожалуй, у нас с тобой нет общей границы пока что. Это хорошо, так пришлось тебя завоевывать. Здравствуйте, Алексей. Есть, кого звоём. Здорово. Нет. Ну, есть. Если мы с ним друзья. Я понял. Но это ненадолго. Это ж не навсегда, как говорится. Давайте вот так сагрим их, чтобы они все втроем напали на моего чувачка. Так, значит, мне надо вниз. Ты говоришь, пришлось бы, вот прям... Как будто бы от сердца отрываешь друга, все-таки завоёшь. Блин, я хочу священное место поставить. Как ни странно. Но его надо ставить, исходя из того, где у меня будет еще политический район. Как будет. И, видимо, где-то он будет тут. Никого не встретить. Я просто поставил город и получил сразу 6 очков. Не знаю за что просто. Я наоборот поставил город, чтобы не получить очки, но из руинки выпало. Вот вера, сюда, наверное, надо. Какой ужас. Может, подход не принимать. То есть вот тут будет политическая площадь у меня. Ну что, варвары придумают. Блин, я город мог ставить, этот ход. Да, уйдет. Но очередь твоя кончена. Ну, когда-то он вернется ко мне потом. Я трудовую ускорил? Да. Ускорил. Да, получил. Здорово, Пок. Ну, надо в Иерусалим, видимо. Кумаси, конечно, тоже классная штука, но... Быть... союзником Иерусалима, это очень хорошо. Не, сейчас пока, правда, он не... Да, он и в будущем его не будет давать, но святилище я построю. Так, орошение сделано. Значит, тут у нас тоже ставим монумент и... Вот так. Ага. Больно бьются варвары. Привет, Челинь. Привет. Ты же не хочешь, чтобы я ответил, да? Я не хочу, я набираю очки. Хорошо. Ну и кого брать? Все равно. Ну мне вырубать-то нечего. Ладно, все равно Магнуса. Мы будем за веру покупать поселенцев, а покупающиеся за веру поселенцы. Слушай, а если мне прямо очень хочется? Тогда можно. Так, что-то керма опять не растет. Не, давайте вот так. Ребят, вулкан возле Помпеи стал активный. Следующим ходом увеличится, вот и на эту клетку надо будет переключить. Так, ты мне там угрожал? Это же ты мне угрожал, говорил, что захватил бы меня, нет? Тебя послышал. Защищаем от варваров. Ну, нормально. Алексей, наверное, египетские варвары. Пока нет. А когда вы захотите? Ну, мне вот не нравится вот этот город. Уже как бы, вроде говорили, за Наску не я ставить. Не пойду. Посмотрим. Ну, тут просто пряности, я не удержался.
Пока нет, пока я выискиваю скаутов, скаутом поселенцев незащищенных. Возможно, я смогу их найти. Я уже поставил два города. Привет, Горогин. Корогин. Корогин. Как правильно читается? Корогин. Корогин. Да, привет. Да, тут вот эти надо обрабатывать. Мне вот нельзя будет вырубать эту медь, потому что, ну, тогда пантеон не будет работать. Тут вот еще город куда-то можно будет воткнуть. Но опять же, это потом. То есть я буду за веру покупать уже поселенцев в Золотом веке. Да, опять тут два лагеря появились варварских прямо возле столицы. Понимаю. Ух ты, блин. Здорово, Морф. Привет. Угу. Тут у нас Маури, значит. Все смотреть, где грузин. А Корген сделал. Вообще я Маури могу на своих этих вынести, да? Ну. 19-24, надеюсь, ты ниже больше. Не то чтобы он близко был. Давайте. Давайте построим побольше прачников. И здесь тоже. Почему нет? Минус один игрок. Сюда куда-нибудь город бахнем, купленным за веру поселом, и, собственно, пойдем. Сейчас я исследую всю территорию. Да, у него не будет никаких... Хотя, может, у него есть какой-то район священный, например. О, уже наука у кого-то капает. Уже сколько кампусов построили. Ну, раз, два, три, четыре человека уже кампусы построили. У Маури нету никаких районов вообще. То есть, это не то, чтобы будет выгодный захват, но сбережем... Некоторое количество поселенцев и веры, соответственно. У него, конечно, у него уникальные юниты прямо сейчас имеются, да? Нет, или они вообще впереди? Не помню, впереди уникальные юниты Маури. Тоа замещает мечников. То есть я буду как раз нападать... Во время его уникальных юнитов. А что они делают? Минус 5 к боевой мощи соседним вражеским юнитам. Вопрос, пойдет ли он в них только. Здравствуй, нормальный век. Сейчас темный, очень сложно. Он же еще через два хода. Еще же не следующий. Но 9 очков я никак не наберу. Не через два хода, через ход. Через ход будет. Ну да, за ход. Я просто тут после того, как поставил один город, мне дали, насыпало кучу очков, и я резко перепрофилировался и стал золотой стремиться. Я вообще перебрал уже на золотой. Я 7 очков больше, чем надо, набрал уже. Так что не знаю, как вы там, что вы там так скромненько. Блин, а чё я раннюю империю забил? Мне в политическую философию всё-таки надо. Здравствуйте, Мор. Привет, привет. Не получилось членение у тебя великого ученого забрать? Нет, не получил. О, тут еще и шумер рядом. Че, рубил там, съел? Не рубил, но читал. Че за ученый? А, плюс одна библиотека, да. Мистер Диа, вы с Люксом рядом, да?
Нет, но я в окружении... Друзей. Ты в окружении друзей. Ну да, которые клетки выкупают. Ага, и Маури построил священное место. Может, крестовый поход? Не, ну я... Вот вам такой вопрос. Вы будете обращать мои города в свою религию? Или позволите мне свою основать и обратить? Буду обращать. Ты, правда, не знаешь, что еще с религией делать? Плохо. Да не, норм. Иду в религиозную победу. Сколько здесь религий можно основать? Интересный вопрос. Так, золотой век. Маури в обычном. Так, ну мне надо монументальность. Как тут? За сколько? Посел за 95. Норм. Так, значит, прокачиваем, чтобы не уменьшалось население в городе. Слушай, Краген, у тебя так город хорошо стоит. Покупаем посела. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, где я тут пирамиды это, могу? Знаете, это не город, это просто бастион, через который нельзя будет пройти. Амбар. Давайте строителя здесь. Думаю, здесь еще прачников пока. Блин, какие тут места у Шумера. Блин, что Шумер, что Маури свои уникальные юниты как раз. Слушай, в этот момент имеют. Что? А этот откуда? А, ты видишь, куда лучик воткнул свой город, да? Блин, мне... Вижу. Я не хочу деньги тратить, но мне надо эту клетку себе. Очень смущает. Но мы с ним вроде договорились. Но мы же руки-то друг друга не жали. Какие разговоры пошли хорошие, а? Блин, мне бы с этим лагерем разобраться, но если... Нет, пока я буду... У тебя места для расселения, мистер, достаточно, я бы сказал. У тебя наверх места, извини, есть хорошие. Вниз места есть хорошие. У меня этого нету, поэтому, ну, один город рядом с тобой, это... Ух ты, жилье кончилось. А что ты можешь сказать мне в свое оправдание? Тебе, а ты не нужен. Ты бесполезный. Тебя мы распилим. Кого мы пилим? Кто кого? Кого мы пилим, я не понял. Кого мы пилим? Пилим? Кто пилит? Кто здесь вообще? Нормально же общались, а вы уже пилить, представляете? Не мы такие. Лучик такой. Слушайте, я вот тут подумал, а если Помпеи просто отжрать до предела, и город, и вулкан не будут успевать мне всех жителей убивать? Прекрасный план, так и поступай. Меняю твой активный вулкан на свой пассивный. Ну, серьезно, вот этот скаут откуда? С этого лагеря, что ли? То есть, хотите, так вот он как-то прошел дебильно? Как-то расшатай, чтобы он быстрее извергаться начал. Или это по механике. Я твой вулкан шатал, вот это. Все, извините.
Ну, надо сюда еще город ставить. Варвару, ну замечательно. Спасибо. Ага, да, тут конец. Звучало недружелюбно, это спасибо. Потому что он стыбил в этот лагерь. Политическая философия. Так, сколько у меня пращников в итоге, которые потом будут апаться? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ой, я думаю, хватит. Восемь пращников точно хватит. Давайте откроем этих лучников. Хочу посмотреть, сколько... Кто говорит? Микроген. Нет, давайте вообще прям в верховую езду пока. Я вот поставлю... Хочется повоевать что-то, не знаю. Вот сюда. Норм? Ну, я как раз чуть-чуть выше хотел тоже ставить туда. Ну, блин, ну это прямо уже... Блин. Слишком близко к столице. Я не хочу деньги дальше... тратить. Да у меня там просто либо пустыня, либо горы. Так, здесь надо... Ты хочешь тебе, ну, не знаю. Не-не, я тогда выше поставлю. Так, сколько следующий посел у нас будет? Этот 95 стоит, наверное, сотку будет. 115. Встретил ГГшку первым. На 34-м ходу. Сколько счастья это тебе дало сразу, видишь? Империя ликует. Нет, просто я окружен игроками и встретил ГГшку. Кстати, а здесь тоже какой-то город можно поставить будет? Смотрите, тут неплохие ресурсы имеются. Так. Олигархия. Что-то по кому-то там ураган прокатился. Плюс два влияния. Да, зародился. Содержание юнитов пока и поставим. По-другому моему городу, ну, замечательно. Просто из одного в другой переместился. Не нравишься. Алексей, или наоборот, вы когда посел ведете? К тебе под столицу. Вопрос. Куда? Чего? Тебе под столицу. Я вот сейчас обойду вот эти твои города и прям под стольню бахну город. Ну тут есть 4 островка, так сказать. Я буду называть халявный город. Хорошо. Меня просто как-то беспокоит концентрация у ваших границ, пращников там. У моих границ пращников? Да. Ну так. Они просто так странно смотрели в мою сторону. Недобро. Да, все, война, не готовься, строй армию. Я уже стены даже поставил. Он а тут стены от строит могут стены. Спасти? Да, но он может быстро их тут построить, кстати. Стены быстро строятся. А если это будут стены не из дешевых материалов? А это уже в другую игру. Ох, ты куда ведешь своего поселенца? Сколько они тут строятся? 40 производств. У него, по идее, должны быстро довольно. У тебя 12-е. Может, мне прям на пшеницу лучше поставить? Потому что тогда здесь город... Если я сюда ставлю, то... Так, а где мне тогда здесь город вообще ставить? Я бы, наверное, хотел либо на этой клетке, либо на этой. На этой я в любом случае не влажу, да, только если сюда. Тогда если я хочу сюда, так значит на пшеницу надо. Первый город в пустыне за Нубию.
время перекура получим. Блин, пока тут была пауза, я забыл, что я строить хотел. Строители давайте. Потому что веру я всю коплю на поселенцев. Слушайте, а где мне пророк мой? Тут шумер с грузином соседствует. Теперь, пожалуйста, без остановки извергайся. Ну, конечно, иудаизм нумибийский. Все чудеса света дают четыре веры, храмы и свечи. Наверное, на культуру возьму. Так, а здесь... Крестовый поход как слишком палевно. Все сразу напрягаются. Дом собраний. Давайте синагогу. Блин, или ступу к довольству. Давайте ступу. Не походил юнитами вообще, блин, пока эту религию выбирал. Так, ну а да, надо апать в мои эти уникальные юниты и нападать идти. Чё тут ждать? Блин, лучники. Мистер Ли, привет. Привет. Так, а почему этот... Вера от рудников редких и бонусных ресурсов. Не стратегических. Жаль, жаль. Ну, все равно у меня тут меди дофига. Так, поселенец. О, люкс. Классная у тебя нация. Очень мне нравится. Неси, неси. Блин. Не неси, у тебя фигня какая-то. А ты что, тут близко как будто? Ну, вообще, да. Может, все-таки пирамиды тут построить? Или строителями? Будем заваливаться. Блин, мне надо какой-то еще юнит, чтобы захватывать. Ну, я, конечно, надо воина апать в мечника. Несомненно. А, я обработку железа не открыл. А нахрена я пастбище открываю до обработки железа? Ай, блин, Леша. Морф, а ты не хочешь заключить дружбу? Че еще раз Морфу говорить? Дружбу заключить, говорю, не хочешь? Да я вот после ваших фраз нападайте на шумера. Ну я просто не хочу пока воевать.
Вот, начинается пока. Не, ну у тебя есть выбор. Я могу сейчас просто настроить дуболомов и в античность войти и своего специального уникального юга тебя пойти захватывать. У меня тоже специальный есть. Ну, посмотрим, чей мощнее, так сказать, дуэлька. Я пока с тобой не воюю. Ну, ты как бы не хочу воевать. Ну, давай все тогда, в чем проблема? Давай дружбу заключим. Какие вы все-таки недружелюбные милитаристы? Да отправил я. На самом деле мы очень добрые. Жду, когда обработка железа откроется. Блин, как мне тут посёлы вести? Получается так. Вырубаю, потому что тут будет правительственная площадь и, соответственно, район какой-то. Блин, акведук. Получается, только здесь поставить можно. Стены стоят. Блин, эта тварь мне будет тут сейчас все рушить. Может, строить этих моих уникальных лучников пока? Раз такое дело. Да блин, ну свали ты с клетки, ну. Морф, тебе там осада что ли идет? Варвара? Гаси, священное место плюс 3. Ой, плюс 4. И тоже клетку не купить. О, да, у нас еще есть ГГшки, кроме вот то, что над нами. Там, по-моему, 50 будет стоить, да? Привет, Челине. А, привет. Ну и железа у меня не хватает пока. Ну я со стороны. Ладно, подойду. Сколько у меня вход 2? Ну, где чудо? Ну, начну город обстреливать. А, то есть ты южнее, да, там где? Ну, да. Блин. Этот лучник. Да, предложение. Кавалерия. Вот у меня лошадей жалко нету. Мне бы не мечником, конечно, идти город захватывать, а кавалерии. Не тяжелой колесницы, а именно кавалерии. Мистер, ой. Лучик, а зачем ты стены строишь? Мистер Лучик. Во-первых, стены это всегда эврика для... Тут холм. Мне просто не нравится, в каком именно городе он это делал. Ну, его приходится оборонять, да. Он 55. Ну, Алексей, не готов, так что не надо за это предъявлять, как бы. Это явно не угроза.
тебе не нравится, как будто бы к тебе вообще как-то могу подступиться. С американцем? Ага, то есть американец со мной уже тут вообще военный лагерь построил, а я стену строю в городе, и я... неплохо, неплохо. Спасибо, что спалил мою нацию. Да, извини. Блин, этот лучик все не дает мне поселенца нормально провести. У тебя же нефти нету, я надеюсь. Будет. Я думаю, он еще не знает. Вот будет нефть, если... зовите, да? Да, если будет нефть, то я пойду демократию нести. Блин, там скаут. Люкса такие не ГГшки встречал, кроме Гонконга. Над Гонконгом еще одна есть. Далеко? Ну, от Гонконга, да, получилось. Типа 7-8. Спасибо. А у тебя там ничего не было еще. Лиссабон. А, где? Блин, мышку потерял. Просто... Миссионера. Вообще миссионера. Нет, надо на эти, на поселенцев копить. 16 клеток. Я уже обрадовался, поменял. Так, следующим ходом будем мечника. Я вам верил, Алексей. Чему именно? Ваши доброты. Наверное, стоит убить скаута. Я попросить о помощи. Тут просто проблема намечается. Дружбу Шумеру. С ним я воевать не буду. Мы с тобой друзья. И со мной же друзья. Мы, я со всеми дружу, мы самая дружелюбная нация. Нет, не мистер Ди, мистер Эдди. А, мистер Эдди? Совсем другое дело. Вы знаете, у меня фобия войск возле. А, так это он лагерь забирал, теперь просто исследует, я здесь не исследовал кусочек, так что не боится.
Ты, кстати, здесь где-нибудь слева планируешь ставить город? От неподозрительного. Блин, а откуда у меня такой круг появился? Вроде никто у меня чудо не воровал. Слева или справа? У меня инопланетяне, ребят, прилетели. Инопланетяне прилетели, круг нарисовали большой. Слева от неподозрительного. Инопланетяне прилетели. Нет, там юрисдикция мистера. Ну, я и спрашивал. Окей. Ребят, у меня проблема с инопланетянами. Да нет, нет, какое-то жужжание непонятное в ушах. Нет, они просто круг нарисовали, и никто мне чудо не воровал. Слышно, помехи какие-то. Лучи света какие-то на горизонте. Холмы надо спасать. Лучника. Морфа, ты рядом с Догом? Да, наверное. После уничтожения Дога на тебя не пойдут? Вы так уверены, что я его уничтожу прямо? Так, я пропустил, кто кого там собирается уничтожить. Да, кстати, Шумер, ты либо дружбу прими, либо отклони, чтобы не было потом. Я там тебе кинул дружбу. А, сорян, сорян, сейчас. Лучик, ты ко мне караваны пускаешь? Не будет дружбы. Да, да, блин, ну что за лаги долбаные? Взял, отошел лучник вообще в другую сторону. Нечестно, я считаю. Хорошо, у него еще нету этих у него уникальных юнитов, которые минус 5 дают. К силе. Так, так, так. Тут никуда все ничего не отправляем. В Мироя. Корген, это Лёша. Нет. Вот. Ну вот. 15. Да. Какой никнейм ты? Страшно, страшно. Прими-ка. На этом пока все. Продолжение. Спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!